по-моему, у Ефрема Синишкина, но я не нашел. Сказано, что из уст младенцев и сущих сотворилась и хвалу. Вот Антихрист, он повторит все чудеса Спасителя, кроме не сможет повторить вот это вот. Из уст младенцев и сущих сотворить хвалу. Вы маленько отойдите, только нос да рот видать-то. Вас не видно, вот так. Давайте. Ну да. Где это сказано? Где это сказано? У кого? Я могу сейчас найти сразу. Подождите. А мне это нужно. Да. Какой? Святой? Сейчас. Новый Завет, Нью Тестамент, Библия современная. Это не... Нью Тестамент, да? Сейчас. Мне надо зайти. Потому что у меня тут нагорожено. Был мастер, и все не сделали. Так, сейчас я захожу в Библию. Вы пока тут будьте. Не ухожу никуда. Слава Богу. Псалом 8, 3 стих. Нет, мне не в Библии. Не в Библии. А откуда? Это мне надо из святых отцов. Кто из святых отцов сказал? На суде Божьем не суды, святые отцы будут. 12:48, прочитайте Библию. Евангелие от Иоанна. Откройте. Нет, вы меня не поняли. Я понял, сначала откройте, давайте, тогда дальше продолжим. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Открывайте. Мне нужно... Откройте, прочитайте. Ну что такое-то? Ну. 12:48. Евангелие от Иоанна. Так. 48. «И видящий меня видит пославшего меня, я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». Вы прочитали Евангелие от Иоанна 12:48. 12 глава, 48 стих. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Все. Ни святых отцов, никого не будет на суде Божьем. Написано, и каждый даст ответ за себя. Зачем вы отвергаете это? За Слово Божие в последний день. Я вам говорю, Библия говорит так. При чем тут Слово Божие? Кто Слово Божие отвергает? Да? Никто не отвергает. Слово Божие Словом Божиим. Ну как они вопреки идут? Вопреки Слову Божию идут. Написано из уст младенцев и грудных детей. Я считаю вам, а вы, а сколько ситуации? Зачем меня смотреть, когда Бог прямо ответил? Вы что, совсем обалдели, мужики? Нет, так вы, наверное, не поняли меня совсем. Это в псалме говорится, из уст младенцев и сущих сотворил хвалу. Это да. Но, чтобы сделать, да, вы просто откройте, Псалом 8.3. Откройте, это бесполезно. Да, елки-палки, да подождите, вы выслушайте меня, если вы не понимаете, о чем я говорю. Все, я понял, откройте. Псалом 8, 3 стих. Откройте, что Бог говорит, слово, которое будет судить нас о суде Божьем-то. Помешались на святых отцах. Они между собой-то не ладили. Дух Святой исходит от Отца, а его брат родной Григорий Ниски понимал, что я от сына, как католики. Ну, есть там разные... Так, Псалом 8, 3 стих, пожалуйста. Ну, получается, вы откройте, откройте Псалом 8, 3. Я отсылаю к Духу Святому, а вы начинаете свои слова толкать сюда. Нет, я слышал это от вас. Да не от меня вы слышали-то. Забудьте про меня. От вас. Все Писание Бога духновенно писали вы святые, Божьи человеки, будущие движимы Духом Святым. Да я знаю это. Ну так считай, почему, сколько раз говорю, почему не прочитать 8.3 Псалом? Сатана не пускает?
Да, ну, открой. Кстати, я прочитаю. Ну. Ну, считай вслух. Это вы ищете ответ, я дал ответ. А вы подсовываете людей. Как Бога-то не боитесь. Безобразите. Никакого ответа вы мне не дали. Я вас так вы, 8.3, Псалом 8.3, открывайте. Вы от ответа-то уходите. Открой. Да вы уходите. Прочитай. Я вам спрашивал другой. Псалом 8, 3 стих. Псалом 8, 3 стих. Я не в Священном Писании спрашивал, где находится. Я без вас бы нашел. Я вам... Да ничего вы не нашли. Бога не боитесь. Бог сказал, вам это не надо. А кто еще сказал? Безумели. С последний день Слово Божие будет судить нас. Так вы послушайте, что он сказал, а не это. Что... Ишь, не считает, лукавый какой. Да лукавый вы. Да, ну открой, открой, Псалом 8.3, я уже 25-й раз говорю вам. Ой, все только под себя, вот чтобы... Ну слушайте, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвный врага и мстителя. Все, и толкование Иоанна Златоуста, она это говорит, что он все сделает, но не сможет сделать, чтобы дети ему сказали отца на вышних. Иоанн Златоуст говорит? Да. Но с этого нужно было играть. Пятый том святого Иоанна Златоуста. Пятый том. Вот и все. Вот теперь все, когда вы прочитали, как он толкует. Я не толкую, я православный. Шестой Вселенский собор, 19-е правило, запрещает толковать вопреки святых отцов. Я и не толкую, я и как раз к Иоанну Златоусту обратился, что... Все, я ответил вам, ответил. Еще что у вас есть? Давайте, время нет у меня. Хорошо, спасибо большое. Хранил Господь, спаси Христос, а не спасибо. Это безбожники говорят, спасибо. Спасибо, Господь, все, спасибо, Господь. Аллилуйя.